Пишу. Добрый день, это Андрей Пальчевский. Я, конечно, не могу сегодня не сказать о Саученко. Загадочная женщина, которая была призвана, похоже, реально загадить перспективы Тимошенко. Когда мы не знаем, что происходит, всегда смотри, кому это выгодно. Никто так не тащил Надю Савченко, несмотря на то, что она была в списках Тимошенко, как действующая администрация во главе с президентом П. Вот. Я помню эту даму с такими великими сиськами такими и с трезвом на груди. И до сих пор, да, все украинцы думают, она агент Кремля, она была, должна была развалить Тимошенко или дошло до того, что ее обвиняют в государственном заговоре. Ответ будет простым. Если ничего не состоится, то она будет действовать и поведет за собой, скорее всего, ту часть населения, которая иначе, протестного электората, которая иначе голосовала бы за Тимошенко. И таким образом оторвет очень большой шмат от Юлии Владимировны. Вот что считают некоторые товарищи. Это был Андрей Пальчевский.